Коллеги, приветствую! В этом видеоролике мы рассмотрим текущую ситуацию по Bitcoin USD. Также рассмотрим некоторые альткоины из топ-10 CoinMarketCap. Не было возможности записывать видео долгое время, было в отъезде, вот, и технически там интернет не потянул бы загрузку видео, был очень медленный. Вот, поэтому размещал только публикации в телеграм-канал. Так, далее. Давайте сразу приступим. Последняя цель, которую я выкладывал в канал, эта цель была, прогноз был в канале Telegram, да, трейдер 80 на 20, $11 300 выделял по бирже Bitfinex, ну, по Binance тоже можно было на этих ценовых значениях фиксировать, если вы откупали биткоин, там, порядка 9 800 10 тысяч долларов. Вот, по BitMEX у нас была в приватном канале цель 11400, вот. Цель была связана с тем, что я анализировал рынок, анализировал график на 5-минутном таймфрейме, вот, и по стратегии в целом эта цель была реализована. Она была предсказуема и она была достигнута. Вот далее, что я отметил на графике, что вы перед собой видите. Это биржа Bitfinex, здесь дневная трендовая, вот эта линия красная, да, ну красная, тут две линии по большей части, там поправленная, не поправленная, неважно. Суть в том, что мы дневную трендовую не пробили, дневная трендовая является сопротивлением для краткосрочных каких-либо сделок, для краткосрочных движений внутри дня по этому инструменту. Вот, ну и также дневная трендовая является контртрендом для более значимых движений уже на часовом, на 4-часовом таймфрейме, на дневном. Вот. Ее не пробили. Здесь была существенная фиксация профита, да, существенная продажа, существенное, можно сказать, сопротивление продавца, что здесь также повлиял 23-й уровень дневной сетки Fibonacci. Дневная трендовая, ну и здесь, соответственно, орудовал также продавец. Он не пускал инструмент выше дневной трендовой. Я писал об этом в канале в Телеграме, что для более безопасных точек входа, да, для поиска вообще точек входа в лонг, для работы по Fibonacci, согласно моей стратегии, мне требуется увидеть пробой дневной трендовой, чего не случилось. Сейчас на биткоине есть зоны интереса локальные, да, локально это тот же 38 уровень, это диапазон цен 11, ну, 11300, 11400, пусть будет так. Вот, эту зону мы, кстати, уже защищали, этот уровень здесь прекрасно, это все видно, вот в этом месте, да, это часовой таймфрейм, на часовом таймфрейме все это прекрасно видно. Вот, далее мы опять снижаемся. Продавец действительно есть, он действительно фиксирует и профит, да, и продает то, что у него есть. Не могу сказать, что это набор позиций в шорт. Кто-то сейчас может, так сказать, поиронизировать, да, вслух при просмотре этого видео и сказать то, что вот там, типа, продавец, он всегда шортит, да. Продавец, он не дает, он защищает какие-либо там свои позиции шортовые. Я не буду спорить, понятное дело, что есть шортисты, есть лонгисты, там, медведи, быки, вот. Но также вы не забывайте, что тот объем, который был приобретен за, так сказать, за, ну, за уже в порядка 3-4,5 тысяч долларов, этот объем должен где-то выходить, да, где-то его должны фиксировать, и где-то люди должны на нем зарабатывать. Поэтому не факт, что это именно игроки, которые набирают шорт-позиции, да, с целью какими-то существенными, действительно существенными целями. Я не говорю там про локальные какие-то краткосрочные сделки, там за 11, допустим, за 11800 здесь шорт-позицию набрать, да, и там 11400 этот, допустим, зафиксировать профит. Я говорю про, ну, более существенное снижение, допустим, если говорить там действительно кульминации, да, так сказать, распределения данного инструмента в шорт-позиции, то, ну, 11 там 800, допустим, на 6000, да, это существенно, это действительно отличная возможность заработать деньги на нисходящем тренде. Напоминаю, у нас пока что восходящий тренд,
Пробой на дневном графике у нас не подтвердился. Я об этом писал в канале в Телеграме. Вы все это прекрасно видели, могли наблюдать. Давайте далее. Не будем более отвлекаться. Так, зона интереса, значит, 38 уровень, 11.300, 11.400. Вот от этой зоны, кто работает по своим стратегиям, можете рассмотреть какие-то краткосрочные сделки. Повторюсь, краткосрочные сделки, это не значит, что нужно входить и думать, и ожидать от 11.300, допустим, как сказать, то, что мы полетим на 15, на 16 тысяч долларов. Вот. Просто смотрите, если вы торгуете по своим стратегиям, по своим наработкам, то можете обращать внимание на мои видеоролики, на мои рекомендации. Потому что, ну, как показывает практика, да, и то, что я канал веду с марта, были ребята, которые приходили и на обучение, и благодарили. Вот в то же время они работают там по своим каким-то наработкам, по своим стратегиям, но в то же время обращали внимание на мои рекомендации, да, и, соответственно, так сказать, не заходили в шорт там, где это было, ну, опрометчиво, да, и писали об этом, благодарили, говорили, что вот пересмотрели там свои точки входа, заходили в итоге либо в лонг, либо находились вне рынка, и в итоге не потеряли, либо приобретали хороший профит. Так, далее, следующая зона интереса, она находится вблизи трендовой линии, месячной трендовой линии, которую мы, кстати, пробивали. Давайте я открою дневной график, покажу, да, то, что вот прогноз был где-то 9800, где-то здесь. Ну, можете в канале посмотреть, я сказал, что мы дойдем вот до 38 линии 11300, я чуть ниже поставил тейк, я тоже откупал, я не просто, я все прогнозы, все рекомендации, которые даю, это значит, что у меня позиция открыта в ту или иную сторону. Был бы прогноз, допустим, нападения вот отсюда, я бы, ну, я бы, естественно, не просто бы так написал, значит, у меня такая позиция. Значит, у меня такая позиция на моих биржах, на которых я торгую. Вот. Далее, сейчас, вот сейчас, ребят, я фиксировал вот здесь 11.300, да, вот. Ну, здесь были у меня краткосрочные там сделки на 5-минутном таймфрейме. Я их, конечно, в канал не публикую. Это слишком, ну, быстрые решения, быстрые сделки. Это только, ну, могут делать ребята, которые торгуют по стратегии 80 на 20, которые знают ее, да, поэтому давайте далее посмотрим. То есть зона интереса вблизи месячной трендовой это 10 800, ну, порядка, да, 10 800, пусть будет 10 800 плюс-минус, ну, 100 долларов, 10 700, 10 800, 10 900. Ребят, ну точно, понятное дело, что никто не скажет, это может быть, допустим, тест 38 уровня, отскок. Потом опять пробьем 38 уровень, пойдем тестировать месячную тренду. Может быть отскок и пойдем, конечно, ниже. Все, что угодно может быть, я вам назвал ближайшие зоны интереса, ближайшие зоны поддержки. Можете от них краткосрочно брать лонг, допустим, да, вот от них. Но опять же, я вам не говорю сейчас покупать, говорю, можете рассмотреть краткосрочные сделки. То есть пометьте себе на графике, там какие-то отметки поставьте, да, то, что эти зоны, они важны, и, ну, порядка 11800, ой, точнее, 10800, 10900, это вблизи месячной трендовой, ребят, на нее реакция 100% будет, 100% будет, реакция навсегда на нее есть, всегда, на месячную трендовую. Вот, если, соответственно, снижение не последует, либо, ну, вдруг мы опять пойдем в рост, да, это не значит, что у дневной трендовой я не рекомендую покупать там порядка 11 800 до 12 тысяч долларов. Ребят, ну, можете, конечно, покупать. Это сопротивление стопроцентное. Здесь и дневная трендовая, и месячный, и дневной уровень 23. Поэтому более безопасные точки входа в лонг при, допустим, при импульсе. При импульсе я буду уже смотреть при пробое дневного контртренда. До этого покупать под дневной трендовый я не собираюсь. То есть зоны интереса я вам назвал. То, что является сопротивлением здесь и сейчас, я вам назвал. Давайте посмотрим некоторые альткоины в канале, в Телеграме. В нашем основном трейдер 80 на 20 мы будем рассматривать топ-10. Топ-10 альткоинов. С 1 сентября у нас стартует некоторое такое приватное пространство, да, где мы будем рассматривать больше криптовалют. Ну, топ будет расширить, там, ну, можно сказать, топ-30, топ-40, там, ну, в основном вот эти высоколиквидные монеты,
из списка, который предоставляет нам сайт CoinMarketCap. Об этом пока рано говорить, и в целом, наверное, я не буду больше даваться в подробности, но будет очень крутое пространство с очень хорошими среднесрочными сделками с профитом от 30 до 100% за сделку. Вот пока об этом давайте я не буду вдаваться в подробности, об этом будет пост 20 числах августа. Давайте сейчас рассмотрим эфир. Так, эфир у нас... Так, эфир USD, биржа Bitfinex. Зона интереса выделял, естественно, все это у меня остается, я никуда ничего не убираю. Зона интереса сейчас 2, месячная трендовая. Здесь кто закупал, кто закупал, кто слушал меня, кто наблюдал за моими там месячными трендовыми истинными, да, за зонами интереса, от которых можно было работать краткосрочно, тот в любом случае в профите. Кто, допустим, купил на этих отметках и держит, то можете держать $249-250. Вот среднесрочно. Вот кто хочет докупать, можете докупать. Но в то же время, ребят, это среднесрочные сделки. Я не говорю и никогда не говорил, да, о том, что если, допустим, рекомендую рассмотреть какой-то альткоин, называю вам цель, допустим, цели отрабатывают, да, вы видели все прекрасные там статистики по альткоинам, там действительно почти 100% отработка всех моих целей. Вот сейчас рынок пока в таком, можно сказать, вольтовом, ну, как, не то чтобы там криптозима, да, у альткоинов, альткоины дали очень хороший профит и мне, и я думаю, многим трейдерам и тем же, как сказать, инвесторам, да, кто покупал не на хаях, а, допустим, когда биткоин стоил там порядка 4-5 тысяч долларов, я думаю, тот же эфир, лайткоин и так далее, все это было выгодно покупать. Все это выросло. Вот, поэтому по зонам интереса эфир сейчас находится, ну, он пробил дневную трендовую линию, вот она красная, был пробой, была отработка месячной трендовой, цель сейчас $249-250, она является основной целью до следующей зоны интереса. Вот поэтому, кто будет работать, кто уже купил, можете держать до этих целей. Кто еще не покупал, можете рассмотреть ценовой диапазон $200-210. Вот, и также фиксировать профит у этих отметок. Вот, далее есть еще одна зона интереса, зона интереса 3. Это в случае, если биткоин пойдет, ну, так сказать, на действительно хорошее снижение в район $8000, то следующая зона интереса будет $180-170 за монету. Пока об этом рано говорить. Месячный трендовый держит. Вероятность достигнуть цели в $250 сейчас больше, чем пробить месячную трендовую и опуститься в третью зону интереса. Обращайте внимание на данную рекомендацию при работе с эфиром. Так, далее давайте посмотрим Ripple. По нему был пост. Так, Ripple мы рассматривали по бирже Binance. Ну и по бирже Bitfinex тоже рано покупать. Ребят, в Ripple сейчас между трендовыми линиями. Причем эту трендовую мы никак не можем выше ее закрепиться. Я писал об этом. По Ripple много постов было, я писал, выделял зоны интереса, писал, в каких случаях можно работать и вот эту цель рассматривать 0.50 и выше. В тот раз мы там 0, прям на самых-самых хаях, мои рекомендации, мы прям на самых-самых хаях заработали. Да? Кто Ripple держал, согласно моим рекомендациям, там 51 цент, прям ровно до 51 цента и дошли. Вот. Сейчас же я не вижу точек входа в лонг. Я написал, еще раз повторю в этом видео, 28-29 центов. И при возврате за трендовую месячную это порядка 33,5 при закреплении и проторговке. То есть не просто сквиз и ушли вниз. Видите сквиз? Видите тень? Пробили месячную трендовую, вернулись вниз. Ребят, естественно, это никакая не точка входа. Это не повод рассматривать Ripple. Это касание трендовой, и сейчас на самом деле я вам скажу, что вероятность пойти вот опять в 28-29 центов, она высокая, действительно высокая, вот поэтому аккуратнее с этой монетой. Вот если есть желание приобретать в средний срок,
Опять же, у тех ребят, у тех людей, да, трейдеров, инвесторов, кто верит в данный проект, у кого есть депозит, выделенный на инвестиции и на трейдинг. Вот как у меня, да, я говорил, есть инвестиционный депозит, есть депозит для среднесрочных, краткосрочных сделок. Вот если есть депозит на инвестиционный, то Ripple вполне неплохая монета для рассмотрения. У меня есть, как сказать, мотив, ну не мотивы, а как это правильно сказать, есть интересы на данную монету, да, опять же, вот эти зоны, я на ней очень хорошо и много раз зарабатывал, ну как много раз относительно, да, то есть, если сравнивать с другими криптовалютами, вот, то сейчас я пока уже, ну, все распродал там на хаях, как и писал, вот, и сейчас я буду покупать выше 33,5 центов при закреплении на дневном таймфрейме, ребят, на дневном таймфрейме, при закреплении и проторговке выше 33,5 я куплю на какую-то часть, естественно, я буду понимать, что это, как сказать, рискованная инвестиция, рискованная покупка, да, все, что связано вообще с альткоинами сейчас не очень надежно, так сказать. Но я в этот проект верю, я читаю по этой монете фундаментальные новости, да, ну, я понимаю, что все-таки 1 доллар, ну, 100% будет. Ждать я готов, это тот депозит, где я готов ждать, где я готов терять. Поэтому смотрите, кто торгует Ripple, кто хочет купить 28-29 центов, либо выше следующий месячный трендовый, ну и выше, соответственно, вот этих, так сказать, пробоев 33,5 цента. При проторговке выше можете покупать. Далее давайте рассмотрим Litecoin. Litecoin на самом деле не было, ну, для шорта были, конечно. Как сказать? Ой, так, прошу прощения, с непривычки давно видео не записывал, уже мысли забиваются. Для шорта был повод шортить, само собой. От трендовой к трендовой цена ходит. От трендовой к трендовой. Видите? 100% реакция она есть. Вот. Я говорил, не буду, наверное, по 150 раз одно и то же повторять. Просто есть, может быть, ребята новенькие, которые недавно подписались в YouTube канал. Вот я говорил, что, опять же, я торгую по стратегии, философия, которая подразумевает то, что цена любого инструмента ходит от трендовой к трендовой. Litecoin пришел вот здесь, да, я говорил, что, ну, не стоит рассматривать вообще эту монету, пока не пробьет месячную трендовую, историческую причем. Пробита не было. Вот здесь у меня были небольшие, там, можно сказать, краткосрочные шорт-позиции по данной монете. Вот. Но это уже не важно, само собой. Почему? Потому что, опять же, я же видео записываю для вас, а не напомнить себе, какой я там молодец. Поэтому прошу прощения, наверное, за это. Давайте рассматривать, что здесь и сейчас можно придумать, надумать. Ну, во-первых, тут две зоны интересные. Ну, вообще их три. Есть еще историческая трендовая, ребят. Сверхконсервативные трейдеры, так сказать, вы можете дождаться, когда лайткоин уйдет выше исторической трендовой. Не знаю, сколько ждать придется. Возможно, 2 недели, возможно, 2 месяца. То есть, ну, это сложно сказать. Тех, кто тоже, опять же, является консервативным трейдером, консервативным инвестором по данной монете, есть вторая зона интереса. Можете рассмотреть. Это 65, ну, можно сказать, 65, 70, там, 70 долларов за монету. Ребята, это также будет в том случае, если биткоин довольно значительно скорректируется, да, и мы увидим эту зону интереса по лайткоину. Я буду покупать. То есть, если вы будете спрашивать, ну, то есть, я буду покупать 100%. То есть, точно. Вот здесь я буду покупать. Я рассмотрю 65-70 долларов, ну, может, 72. Я рассмотрю лайткоин, когда он уйдет выше месячной трендовой линии. Ну, это порядка выше 110 долларов точно. 110, и я буду торговать. Здесь будет не очень, скорее всего, не очень среднесрочный, долгосрочный трейд. То есть при возврате за месячную трендовую вот здесь я буду торговать до следующей трендовой. Это порядка 145-150 долларов.
Ну, то есть выше 110 долларов, если что-то будет. В любом случае мы с вами в YouTube-канале, в Telegram-канале будем вести топ-10 монет, топ-10 криптовалют. Поэтому что-то интересное будет, зоны интереса, там, где я покупаю, где я планирую продать, я все это буду писать. По BNB. По BNB, ребят, внимательный. По BNB я у меня просто были вопросы в личные сообщения и спрашивали, купил ли я Binance Coin. Я написал, что я рассмотрю. Зайдите в телеграм-канале, либо по хэштегу, либо мотните чуть выше, чуть ниже. Вот. Вот, и посмотрите. Сейчас, секунду. Так, прошу прощения. Кушать зовут. Надо уже закругляться. Так, смотрите, значит, по BNB, на чем остановился? Покупки я буду рассматривать выше месячной трендовой и выше 23 уровня дневной Фибоначчи 31.15. Ну, грубо говоря, там 31.20 пусть будет. Не закрыла свечка. Ребят, прокололи, свечка не закрылась. При закрытии дневной... Я это, кстати, писал в канале, почитайте. При закрытии свечи я буду уже рассматривать покупки среднесрочные до достигнутых целей. Вот 39,5 мы с вами зарабатывали, помните, прям самый-самый хай. Снова я буду держать часть до 39,5 и часть до 45 долларов за монету. Это тоже среднесрочные сделки. На альткоинах сейчас краткосрочно, если у вас есть навык, если у вас есть торговая стратегия при краткосрочной торговле, ну, само собой, зарабатывайте, работайте. Я для вас нужен, чтобы помогать, а не мешать вам, да. Вот, но так как у нас, так сказать, в этом телеграм-пространстве, в YouTube-пространстве, я не могу вам давать какие-то наставления, быстрые решения принимать, да, и ни в коем случае не хочу влиять на ваше количество стопов, допустим. Вот, хотелось бы влиять на количество профита, да, я надеюсь, мой канал вам помогает, вот, то в любом случае, опять же, я, ну, свое личное мнение, свои личные там цели по Фибоначчи относительно месячных трендов я вам говорю, я до вас доношу и, надеюсь, я вам только помогаю. Поэтому по BNB я сказал, выше 23 уровня я буду рассматривать, не закроется дневная свеча выше 23 уровня, пока что не буду рассматривать, да, буду ждать, смотреть, что будет дальше, если мы сейчас не закроем. Возможно, вот здесь будет консолидация. Мы вообще вблизи трендовой линии, вот такие движения, это вполне нормальные движения, вполне адекватные. Ну, потому что вблизи трендовый рынок определяется, либо мы идем ниже, да, ниже, либо мы возвращаемся и идем выше. То есть вблизи месячный трендовый рынок всегда определяется с направлением тренда. Будьте поэтому аккуратным и покупайте Binance Coin, BNB. Ну, моя рекомендация — покупать именно среднесрочно, держать там какие-то там плюс-минус доллар. Ну, опять же, смотрите сами. Вот, если краткосрочно можете, умеете торговать эту монету, то только успехов могу пожелать вам. Давайте рассмотрим последнюю монету, EOS. Ну, пока что, да, сегодня последнюю. По EOS зона интереса 2 есть. Мы эту зону, кстати, очень быстро пробили, мы закрепиться над ней не смогли. Вот. И, ну, то есть мы ее пробили и консолидировались под месячной трендовой линией. Здесь, по сути, здесь и покупок даже в средний срок здесь не было. Вот, поэтому больше зоны интереса нет. Эту монету можно рассматривать, когда будет закрепление. Так, сейчас, секунду. Возврат за трендовую. Ну, вот сложно. Я не могу, конечно, я не ванга и не хочу, ну, как бы ванговать. Понятное дело, что, опять же, здесь... Ну, нереально, я не могу сказать, что сегодня будет возврат за трендовую, либо там через 2 недели, через 3 дня, через там 7 дней. Вот, при возврате за трендовую это получается, ну пусть будет 4.65, вот здесь при консолидации можете рассматривать точки входа вот здесь.
Опять же, с этой монетой аккуратней, потому что здесь есть еще дневные трендовые линии. При падении, да, они были, возникли дневные трендовые, вот, поэтому здесь они будут являться также сопротивлением. Поэтому при EOS, если у вас будет, ну, если желание, да, покупать, то, ну, я буду покупать, да, при закрытии дневки, я, скорее всего, вот здесь буду, ну, по 10, по 20, там, по 15% забирать со сделки. Серьезные цели есть, они порядка там 6-80, вот, если среднесрочно вы будете покупать, то, ну, 4,65 до 5 долларов при консолидации, при закрытии дневках в этом ценовом диапазоне можете купить и держать до 6, там, 6,70, 6,80, до следующей месячной трендовой линии. Так, ребят, EOS рассказал в целом. По капитализации альтов сейчас не покажу. Давайте уже, наверное, закругляться. Хотел сделать такое экспресс-видео по некоторым альткоинам, по биткоину в первую очередь. Вот, получилось все-таки уже 26 минут. Вот, поэтому давайте из топ-10 напишите, какие монеты вам интересны, из топ-10, топ-12. Какие монеты вам интересны, какие разобрать в следующем видеоролике, какие есть пожелания. Вот, и вопросы, возможно, да. То есть задавайте в комментариях. Я все комментарии читаю и на все комментарии готов отвечать. Подписывайтесь, кто не подписан на канал в Telegram. Ссылка будет в описании. Вот, следите, включайте уведомления. Никакой рекламы в Telegram-канале у меня нет, поэтому можете, так сказать, внимательно следить, да, и буду очень рад, если мои рекомендации вам будут только помогать. Поэтому всем успехов, до связи, до встречи, всем пока.